Сразу в 15 муниципалитетах республики прошел «Акатуй». Так сельхозтоваропроизводители отметили успешное окончание весенней страды. В этом году аграрии поработали на славу. Было посажено более 200 тысяч гектаров зерновых культур. Аграриев Канашского и Комсомольского районов глава Чувашии поздравил лично. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Центральные улицы села Комсомольская стали одной большой выставочной площадкой. На каждой экспозиции достижения района. Свою продукцию здесь презентовали и начинающие предприниматели. Молодой мастер из села Урмаева недавно открыл цех по обработке металла. Сейчас он изготавливает медали, вывески и мангалы. Дорогим мастером будете и хорошие деньги будете зарабатывать. Все это сейчас востребовано. И состоятельные люди покупают, и люди... среднего слоя покупают. На местном творческом бульваре большой популярностью пользовались палатки народных умельцев. Здесь выставили и вышитые картины, и поделки из дерева. Гости могли изготовить сувениры своими руками, к примеру, отчеканить монету с чувашской символикой. Это предложили сделать и главе республики. Смотри, минуточком. Есть. О, почти. Мы тут смотрим, такое просто. Монетку будем выковать, чтобы праздник не забывать. Праздничная программа продолжилась в парке. Итоги посевной здесь подводили в торжественной обстановке. Аграрии превысили показатели прошлого года и теперь строят амбициозные планы. В ближайшее время в районе намерены возвести 4 крупных картофелехранилища и даже открыть новый молочный завод. Будут введены в строй и социальные объекты. По расходной части направляем инвестиции на строительство общеобразовательных школ, на строительство садиков. В этом году в Сюрбее мы ведем начатую школу, ни у кого никаких сомнений не должно быть. Выделили десятки миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов. Мы свои обещания не забыли. Мы честью и достоинством все это будем выполнять. Передовики сельского хозяйства стали героями праздника песни и труда. Заслуженные награды вручали агрономам, механизаторам, дояркам. Впереди у них по-настоящему жаркая пора. За что? Работа есть у нас. Картошка много, урожай у нас. Всегда хороший. Глава республики чествовал передовиков сельского хозяйства Канашского района. Каждый год в муниципалитете открываются десятки личных подсобных хозяйств. Тем, кто делает первые шаги в агробизнесе, оказывают поддержку. Местные власти ставят перед работниками сельхозсферы новые задачи. В Канашском районе остаются неосвоенными более 12 тысяч гектаров. Перед нами поставлена задача ввести в оборот все необработанные земли. Праздник Акатуй муниципалитеты посвящают не только человеку труда, но и году российского кино. Культработники района выступали перед зрителями в образах героев известных фильмов. На стадионе «Урожай» в этот день ни яблоку негде было упасть. Праздник не омрачил даже проливной дождь. Аграрии говорят, что это хороший знак. Сейчас все они рассчитывают на богатый урожай. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухамедов и Андрей Спиридонов. Республика.